До конца 2026 года ТЭЦ-2 в Алматы полностью переведут на газ. Такое заявление сделало руководство предприятия. Работа по подключению теплоэлектроцентрали будет вестись поэтапно. Специалисты планируют, что первый блок начнет работать на голубом топливе уже в 2025-м. Затем запустят два оставшихся. Напомню, в ноябре прошлого года старт работам по модернизации ТЭЦ-2 дал лично президент Токаев. Переход предприятия на экологичное топливо позволит сократить количество вредных выбросов в 7 раз. В настоящее время в Алматы лишь два крупных энергопредприятия функционируют на газе. Это ТЭЦ-1 и Западный тепловой комплекс. В целом запасов угля, мазута и газа на предприятии на предстоящий отопительный период достаточно, заверяет компания «Самрук-Энерго». Алматинские электрические станции полностью завершили выполнение плановых ремонтных работ на основном оборудовании Алматинской ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, на других объектах. Буквально два дня назад предприятие получило паспорт готовности к прохождению осенне-зимнего периода.